Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя легенды. Ну что, сегодня я хочу взять топчик. Топчик, ребята, естественно. Так, жетоны, кстати, это хорошо, что жетончики здесь сегодня разыгрываются. Ну что, я думаю, наверное, быстренько попробуем профармить кожеголового, если получится. Поехали. Так, 3 бакса это фигня. Золотые осколки это ерунда. 50 жетонов на Рамуль. Так, Донателло ролевой. Карта Бибо-Бима. Кожеголовый, друзья мои, конечно же, выпал, родной. Так, сколько у нас? Все. Все, закончился у нас сыр. Ну, 3 ДНК на кожеголового плюс 50, ребят, все-таки жетонов мы подобрали. Ну что, давай задание, наверное, выполнять. Открыть колоду. Само собой, откроем колоду, посмотрим, что там. А там ничего нету, там доллары. 6 штук. 6 бакинских. Дальше, пройти серию испытаний. Побежали. Начнем вот отсюда. Хочу быстренько просто сегодня пробежаться по игре. Так, тихо. Ага, ага, все. Пропустить, вперед. Где там эти супостаты? А вот они стоят. Давай, наверное, вертушку сделаем. И в конце уже все-таки Армагоша их валунчиком добьет всех. А, Супер Шреддер у нас ходит после, конечно же. Все, ребята, быстро и эффективно. Ну что, забираем награду и пойдем сейчас. А что мы пойдем сейчас делать? Выполнять дальше ежедневки. Так, нам нужно с тобой... Так, прокачивать на крысиного короля, да? Вроде бы. Мы еще с ним не закончили. А нужно нам найти 4 кружки. Одна есть. Вторая. Третья. И последняя, давай. Четвертая. Все, ребята, все. Прокачиваем до 6-й ступени. Блин, у нас мутагена не хватает, прикинь. У нас не хватает здесь мутагена, зашибись. Так, ну что тогда. Давай, наверное, все-таки жетоны набьем. Хочу, ребят, набить жетоны. И что мы будем делать с этими жетонами? Покупать 3 ДНК. На кого? Естественно, ребята, на нашего бибопчика пасхального. Именно его мы с тобой прокачиваем. То есть это получается нам нужно... Слушай, ну там дофига, там 10 еще ДНК надо будет. Не ДНК, а 10 карточек. Ну, ДНК, правильно я в принципе сказал. 10 ДНК. За бой нам дают, не за бой, а за 500 там сколько-то монет, только лишь 3. То есть по 3 раза надо будет шпарить. Ну, я надеюсь, что, наверное, за эту неделю мы 6 ДНК все-таки на него набьем. С горем пополам, должно получиться у нас. И там останется всего лишь 4 ДНК, ребята, и все. И он у нас будет прокачан. Правда, я не помню, на какую звезду. По-моему, по фулке нужен быть у нас. Там посмотрим уже. Так, змейковин все выпендривается. Сейчас, да выпендривается. Так, Джастин, давай. Да ну, Джастин вообще какой-то, я не знаю, ребят. Не от мира сего. Ничего он не делает, как мне нужно. Как будто вредит, наоборот. Так, ну что, 80, неплохо, да? Тут мы получаем. И в конце соточка. 100 жетонов. Так, ну что, давай тогда потихоньку начнем. Наверное, с тройного укуса будем начинать. Так, половину хп отняли. Теперь с гранатомета. Джастин, сможешь добить? Какой тебе добивать тоже мне, добивальщик? Давай, Армагон. Заканчивай с этим олухом. Все, ребята. Идеальная победа. Идеальная стратегическая победа. И мы с тобой забираем 100 жетонов. Итого у нас 785. Круто? Не то слово.
Так, где у нас тут? Вот, ребята, наш бибоп. Берем. И 255 еще остается. Вот такая вот петрушка. Ну что, у нас турнирная арена, ребята. Лига мастеров. Одна звезда, все-таки меня немножко сбросили, я так понимаю, да? Пока был у нас перерыв. Хоть он и не очень большой, но все равно сбросили нас. Ну что же, попробуем. Попробуем отомстить. Я не знаю, почему я взял именно паукуса. Армагон-то ясен перец. Тут сейчас звездонет, мало не покажется. Но зачем я паукуса взял? Что-то я пока не представляю. Но, слава богу, здесь все у нас обошлось. Армагон, как всегда, ребят, на высоте. Все, он красиво сделал. И мы должны, в принципе, через бой, может быть, другой, перейти уже в лигу мастеров. Ага. А нас скинули-то прилично. 20 котов есть, это хорошо. Нас очень хорошо сбросили-то. 80-я позиция. Хм. Ну что, берем супер шредера. Вместе с ним. Да, в принципе, один супер шредер пойдет у меня. Раз, два, три. Нет, все-таки не пойдет. Или пойдет. Ладно, посмотрим. А то начну сейчас мельтешить, как всегда. Сам себе запортачу. Давай, супер шредер. Посмотрим, насколько ты хорошо бомбанешь. Идеально практически, ребята, у него получилось бомбануть. Сплинтера, я вот не знаю, сплинтера. Давай попробуем. Мимо. А он-то не промахивается. Так, он делает баф. Он делает баф. Давай-ка я уберу вот этого, весь негатив, который на нас там висит. Теперь, наверное, все-таки попробую. Нет, это дуплится в любом случае, ребят. Рок, кстати, потому что на нем висит провокация. На тебе. Да, Маквин, конечно, не попал, но я тебе еще раз говорю, с помощью провокации. Это было очень рискованно вот так вот идти. С моей стороны, необдуманно. Хотел подэкономить, а могло бы получиться все наоборот. Так, 17-23. Ну что, берем, наверное, опять же супер шредера. Возьмем здесь, Джастин, не надо. Возьмем здесь зэка. Раз, два, три. Ну, я думаю, что зэк, да, с помощью своей бомбочки все-таки немножко отнимет хп, плюс замедляшка, и это дает как бы нашему шредеру шанс их разбомбить на второй попытке. Сейчас посмотрим. Тут Донни, правда, вот. Ага, на Донни повесилась постепенка. А этот еще делает отхил. Ну, в принципе, наверное, тут все, ребят. А давай вот так вот сделаем. Усиление защиты. Рокса, не сможешь его подбить? Mm-mm. А ты, зэк? Зэк вполне, ребят, справляется. Ну и отлично, что я могу сказать. Сейчас посмотрим, какое место. Наверное, будет 30-е, скорее всего. 35-е, где-то такое. 33-е. Окей. Нет, давай уже 17-23. Я же видел, что в прошлом поединке вы мне давали 17-23 кубка. Так что не надо вот это вот на попятную идти назад. Чтобы все было по чесноку. Раз, два, три. У нас 18 откатов, если даже поделить на 2, это получается 9 боев. Маловато будет. Маловато будет, именно что 10 боев. 9. Но в принципе мы можем сейчас еще сэкономить, знаешь, на чем? Например, брать по одному откату. Тогда, в принципе, должно уложиться. Да, я, наверное, так и сделаю сейчас. Мы будем с тобой брать одного супершредера на откат. И вместе с ним брать кого-нибудь попроще. И все, и тогда у нас не на 9 боев, а возможно на всю до победного, короче, хватит. Так, 17-23, давай, не жмись. 17-23, вот я вижу здесь. Так, ну что, берем вот, например, Армагона. Вот, то есть супер шредера, Ванька. И вот этих вот троих.
Я вот, правда, не помню, у Ваньки инициатива. Я знаю, что у Бакстера инициатива стала очень офигенная. Хотя вначале тоже у него была очень слабая. На 80 уровне он вообще там никудышкой таким был. А тут, смотри-ка, Ванюша нас. Туш! И все. Так что Ванька — это имба. Ну что, поехали дальше? Да, да, друзья мои, Лига Мастеров — 2 звезды. Но нам этого мало, нам нужно 3 звезды, а в идеале вообще топ. В чем я очень сильно сомневаюсь. Что топчик-то у нас здесь выйдет. Бойцов хватает, всего вроде бы хватает, но... Раз, два, три. Откатов мало. Откатов маловато. Если бы у нас было бы еще мы хотя бы 10, ну 30 откатов, вот это было бы да. Но тем не менее будем до последнего драться. Сколько сможем, столько сможем. Все равно сегодня что у нас за день недели? Среда или четверг? Плюс у меня завтра начинается работа. Это минус 2 дня. Ну да. В воскресенье это в ночь пойду. В понедельник тоже в ночь. Немножко не получается, конечно. Ладно, ничего страшного. Так, ну что, 80-я позиция. То есть 16 ступенек мы с тобой здесь пролетели в данный момент. Раз и два. Ну, я думаю, ты понял, да? Как я хочу сэкономить. Я вот беру один откат, трачу на Шреддера. А второго персонажа беру, который у нас уже есть. Но они кончаются, естественно. Потому что уже Леонардо. А там у нас остается... А там практически никого и не осталось. Крис Брэдфорд, Нейтрализатор и... Железноголовый. Плюс Шархан, но они там 70-го уровня. Они как бы здесь не особо сильно нам подходят. Начнем с этого. Так, ну какая там 70-я? 64-я, окей. Ну вот можно взять Донни, например, тоже, да? С Супер Шреддером. В принципе, такая довольно тоже неплохая команда. Я уж надеюсь, что Донателло все-таки сможет добить после удара нашего Шреддера. А если не сможет? Не, должен. Воу-воу-воу-воу-воу, куда, ё-моё? Блин, ребята, кому-то... Вот тебе и весь расклад. Донателло меня подвел. Донателло меня подвел в плане того, что, ребята... Инициатива у него слабее оказалась, чем у кроликов. Вот так вот. Да, минус фейл. Минус один поединок. Бывает же вот такое вот вредительство. А вот у Макмана что с инициативой? Интересно. Если, например, сейчас ходит первым Шреддер, Макман после него ходит или будет выжидать там, я не знаю чего, море погоды. Ну, проверим. Нет, ребята, Макман как раз после Супер Шреддера начинает заходку и, соответственно, уничтожает нашего противника. Так что Макман стоящий парень, не зря мы его качаем. Так, давай 45-ю. О, 39-я. Слушай, ну мы до Лиги Мастеров 3 звезды однозначно доберемся. Вот надо только получить 17-24. Они, естественно, нам это давать сейчас не... Во, дали. 17-24. Такс. Давай вот так вот сделаем такой вот отряд, скажем. Соляночный. Ну давай, Майки, делай уклонение. Правда, оно нам здесь как бы и не нужно было бы особо. Нам бы, знаешь, какой бы Микеланджело бы здесь пригодился на самом деле? Нам бы пригодился тот, который усиливает команду на атаку. Ты прикинь, он усиливает атаку нашей команде, и Шреддер делает супердар. Вот это был бы топ. Фига он бомбанул. Джастин, ты чё? Обалдеть. Пол хп отнял у него, а? Сразу же.
Да, я тебе говорю, что он какой-то никудышный. Так, 23 место. 23 место. Так, берем здесь. Раз, два, три, четыре. Ну, вот так вот, ребята. В принципе, эти наши бойцы не должны падать быстро, да? Ну и плюс, хоть как-то мы должны здесь все-таки продержаться. Правда, 79-й против нас. Постепенночку уничтожил. Так, это делает иммунку, она ему как бы особо здесь не нужна, я не знаю, что делать. Вот морозильную кушку надо бомбить. Так, теперь Рафаэль там что-то хочет, да? Но он ничего не получит. И щух. Отлично. Все получилось по красоте. Ну что, погнали дальше. Нам остается там пару поединков, и мы уже в Лигу Мастеров забежим 3 звезды. Даже не пару, а 1. Только нам нужно получить 17-24. Ну что, Супер Шреддер на откат. Так, 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 так. Да, друзья, вот тут риск офигенный. Во-первых, они 79 уровня, все поголовно. А я взял с собой 70-ников. То есть, ты понимаешь, да? У них сейчас инициатива будет просто зашкаливать. Пит мог бы сейчас, ребята, просто захилять свою команду. Но почему-то не стал этого делать. В принципе, это нам только на руку. Есть, разобрались. Ну что, я хочу сказать, что мы переходим в Лигу Мастеров, друзья мои, 3 звезды. Вот так вот. 88 место. 10 откатов еще у нас есть. Ну что же, давай давить. Давить до последнего. Докуда сможем, ребят? Докуда сможем? Так, Армагоша, берем. А бойцов еще, ох, сколько много. Сколько тут еще можно было бы поединков, ребят, сыграть. Даже топовое место, скорее всего, можно было бы взять. Если бы хотя бы еще 10 откатиков было бы у нас в запасе. Может быть, купить? Что скажешь? Или не стоит? Там сколько? $250 10 откатов стоит, насколько я помню. Хотя, знаешь, наверное, мы не будем. У нас еще почти вся неделя впереди. Мы еще накопим с собой на откаты и своими силами. Доллары пускай копятся. Они все равно, ребят, нам понадобятся на покупку что-либо важного, чем откаты. Так, 70-я позиция. Опять же берем Армагуна. Берем Супер Шреддера. Раз, два, три. То есть мы дойдем, наверное, где-то до 50-й позиции. Наверное, так оно будет. Хотелось бы, конечно, где-то 30-ю. Давай так, наверное, сделаем. Отлично. Подбили мы их ракетами. Всех. Добили даже. Не подбили, а добили. И смотрим. Ну какая там, 65-я? 52-я? 52-я? Вы серьезно? Вы так... Нифига вы так мне бустанули сейчас. Вот так бы вы всегда бы бустили меня. Вообще бы не было бы цены. Я думал, там, блин, 60-я, 65-я, а они мне... Оп, 52-я. Окей. Погнали. Так, Армагон, давай. Бомби. Чтоб духу здесь не было. Замечательно. Так, ну что? Смотрим, какая здесь. 45-я, наверное, да? 34-я. 34-я позиция. То есть, если мы, например, сейчас возьмем с тобой 15-е место, 15-ю позицию, то еще один у нас поединок остается. Мы с тобой что, выйдем в топчик, что ли? Да ну быть такого не может. Это обманка, ребят.
Обычно всегда перед уже, знаешь, финалом они начинают мне делать подлянки. Вот сейчас вот увидишь. Сейчас не будет никакого 15-й позиции. Сейчас будет где-нибудь 22-я или 23-я. Смотри. Блин, 16-я все-таки, ребят, я... То есть они меня не обманули, получается. Ну что, посмотрим. Последний у нас поединок намечается. Последний поединок. Раз, два, три. Давай глянем. Шипы пошли. Окей. Так, Армагон, ты готов? Давай, ушатывай их. И смотрим итог. Итог всей нашей сегодняшней битвы. Попадаем мы с тобой в топчик или же все-таки чуть-чуть не хватает? Ну-ка. Да, друзья мои, точно в топчик мы попадаем. Все. Так, ну что, у нас тут поднять уровень персонажа. Нам нужно крысиного короля. Где он там у нас? Вот он. Навык. Улучшить. Классно. Так, здесь, ё-моё, трындец. 5 ловушек для маузеров найти. А это только одну. Там не ловушка называется, приманка, но все равно, ребята. 2. Три. 4, да ладно, так быстро пошло. 5, ух. И 9 вот этих вот видеомагнитофонов. 1 2 3 4. У нас пицца сейчас закончится, да? 5 6 7. Все, ребят, пиццы не хватает. Ну, 7, 8, 9 мы с собой наберем уже в следующей серии. И 12, потом еще кружек нужно набрать. И, ребята, крысиный король будет прокачан полностью. Ну, как полностью, я имею в виду 7-ю ступень, конечно же, мы ему не взяли. Сам понимаешь, что тут нужно. Вон, смотри, трындец просто. Просто трындец. А так, да, и беремся с тобой за кого? Правильно, мы с тобой беремся за Кренга. Будем дальше прокачивать Кренга. И по скиллам. А где он у нас вообще находится-то? Опять невнимательность, да, моя? Опять моя невнимательность. Подожди, а где же у меня Крэнк? Так, здесь нету. Здесь нет. Вот он, Крэнк. О, да, ему тут, ух, ребята, прокачивать, прокачивать и прокачивать. Костюм Кренга имеет несколько защитных систем. Вероятность 15% отразить во врага 25% нанесенного им урона. Ничего себе. Это как у Шредера, да? Есть, помнишь, такое отражение урона? Прикольно. Так, и поднять уровень персонажа. Естественно, у нас мутагена осталось мало. 22 тысячи всего лишь. Поэтому давай, наверное, мы поднимем левел Кренгу. Все равно нам его потом прокачивать. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.